Виктор из Магада с Гварда, большое спасибо за донат в нестримовый с текстом. На стрим врывается слегка шепелявый инди-гейм-дев на запись. Так, продолжаем то твое, в общем, тех чуваков, которых ты уже кидал, смотреть. Зацениваем. Звук приятный очень, кстати, у гитары. Такой прям сладкий нойз-поп пока что, отличное ощущение. Фархад, мне кажется, должен оценить. Как отводим, достаточно не людям. Ну, вокал такой, блин, что это такое вообще? Таракан Вадим, блин. Пиздец. Вадим сейчас возмутится тому, что... Таракан Вадим. Что игру сделали и назвали таракана его именем. Ну, это пиздец просто, что это за игра, блядь? Бегает тараканчик с пистолетом. Еще не грузится. Он не завел семью. Он хочет пожить для себя. И пока еще счастлив вполне. Красавчик. Звел тебя по ночам. Я наделаю бутербродов. Я забитый волосом. А он просит на старый заход. Ну вообще прикольно реально, нормально. Барабаны дохлые. Ну есть такое, да. Геймдев. Таракан Вадим. Геймдев это игра, игра женщин. Геймдев. Все делать один. Все держит под контролем. Хоть и немного выпивает. Геймдев. Таракан Вадим. Творяется глухим. Лишнего не болтает. Мы друг друга молча понимаем. Прикольно, пиздец. Сука, короче, надо одну из гитар просто в строй дроп-C перевести на постоянной основе. Просто возьму Дашину электруху и сделаем дроп-C на ней. Все, и буду и какой-нибудь вообще прям еще ниже строй, чтоб струны за колено, и буду играть просто нули. Жена прогнала Вадима, он больше сюда не ногой, он не гоняется за экстримом. Радоваться жизни. Квест Дираться, не помню, если честно, такое. Ну я в квесты не играл. Кого-то понадежней. Жрём с ним по ночам, я наделаю бодибродом. А с кем он сражается, я не понимаю. Какие-то зеленые чувачки, какой-то дихлофос там. Вообще, как бы... Лол? Это что такое? Почему они в такой рядок выстроились? Ну, игра, конечно, мое почтение. Да не, музло вот это прям прикольное. Траканчик, мне понравился. То есть, я не заметил такого, чтобы барабаны как-то прям гига-отстойно звучали, хз. Ну, типа, барабаны и барабаны. Прикольный трек.